Приветствую, зритель. Сегодня мы продолжим прохождение Need for Speed Heat. Поедем на ночные гонки. Возможно, испытания пройдем. А может и не пройдем. Как получится. На твоем месте я бы гоняла по ночам. Тебе не видать дорогих деталей, пока имени на слуху. Слышала, ты свою тачку прокачиваешь? Да, подход у тебя серьезный. Иначе меня бы здесь не было. Одиночек в лигу не принимают, так что у тебя проблема. Кажется, не только у меня. Об этом я и хотела поговорить. Мы можем помочь друг другу, стать командой. Вряд ли у тебя есть предложение получше. Не угадала. Да ладно. Ну хватит тебе, что скажешь? Что я в деле? Круто! Если хотим, чтобы в лиге нас заметили, надо устроить гонку против другой команды. Помнишь Кенни? Который нас в первую ночь задирал? Его команде, лихачам, давно пора надрать зад. Я поговорю с теми, кто может организовать гонку, а ты заслужи право в ней участвовать. Получи приглашение, и мы заявим о себе. Декс. Привет. Я провожу тренировочную гонку. Интересно? Да, пришли детали. Сейчас и пришлю. Надеюсь, увидимся в центре. Пока. Thank you.
на Mazda RX-7. Патруль преследует водителя. Покажите, кто главный на дорогах. Так и было запланировано. Так, что у нас есть? У нас ничего нет. Значит, надо в день выходить. А, тут ТПшиться мне нельзя. Ладно, поехали. Так, я сюда же тоже могу. Нет. Или вот сюда. Сюда, наверное, ближе вот эти. Троих копов разбить. Давайте поищем. Как раз сзади. Почти. Диспетчер, у меня тут кое-что интересное. Веду погоню. Эй, Лидер, есть новости об автомобиле субъекта? Едет на Mazda RX-7. Идет погоня? Нужно обезвредить водителя. Давно застрял. Заплатили штраф, не страшно. Эй, у меня есть эксклюзив. Классные бесхозные движки. Посмотри, вдруг какой понравится. Привет, как оно? Осваиваешься? Шаг за шагом. Да, ну нахолобочили неплохо так. Драгонок, естественно. Сменить движок. Шесть тысяч. Неплохо, неплохо. У меня покруче, ладно. Поехали дальше. Так, завершено день. Репутация, ночь, денежка. Поехали днем. Отказаться. А, мы еще не. Как, подожди, а как?
Надеюсь, не попадемся. Ну, новые машины мы потом посмотрим. Вот есть гонка. 140. Кольцевая. Давайте попробуем. Так все-таки, наверное, надо копов разбить сначала. Да, ни хрена здесь не вижу. Не арестовали. Водитель увернулся от нас. Не избавляйте. Пусть за все ответит. Неплохо. Когда начинаешь, гонки порой даются тяжело, но оно того стоит. Поехали денежку зарабатывать. Новое событие, гоночка была. Сюда и поедем. А еще есть?
Подобной тупости я и ждал. О, я вижу очень даже жирную добычу. Действуем по коду 3. Не помешали бы сведения о нарушителе. Едет на Mazda RX-7. Просыпайтесь. Один из наших ведет преследование. Нужно остановить эту машину. Начнем с блока. Так не пойдет. Все еще жду новостей. Я дам знать, когда будут новости. Я догадывался, что другие не так хороши, как я, но чтоб настолько, можно сюда нормальную поддержку? Облом, ребята. Сегодня патрулей по минимуму. С радостью задержу этого гонщика. Вы там все? Все еще работаю. Как мне их уделать? Черт, не справились. Мы поймаем субъекты, если вы поднажмете. Эй, дубина, тормози свою Мазду! Найти ремонт по пути. План не сработал. Субъекту удалось уйти. Больше меня не подводите. Моя машина разбита и уже не годится для погони за нарушителем. Принято. Поддержка, мать вашу. Держитесь. К вам направляются новые патрули. Потненько. Сканер разрывается. Кто-то задался целью взбесить копов. Так, для информации. Мы ставим шипы на вашем пути. Ладно, принято. Субъект остановился. Можно брать. Есть новости? Субъект пока не сдается, но это вопрос времени.
Так, значит, хочешь по-плохому? Кого-то сейчас закроем. Нужен еще один ремонт. Поедем сюда. Сейчас заставлю водителя врезаться. Поймаем этого водителя. Как-то нереально от них прямо копы идти. Копы не церемонятся. Не принимай на свой счет. Как тебе шоу-даун? Нравится весь этот цирк? Не хватает сахарной ваты. Денег отжали, да, неплохо. Но осталось победить в гонке. Но это мы уже сделаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр.